В гонке золотой молодежи на Гелендвагене, оказывается, был еще один участник. 20-летнему Михаилу удалось уйти от ответственности тогда, а сейчас он объявлен в розыск. Сегодня официально завершили расследование по этому делу в отношении сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова и его друзей. Их обвиняют не только в нарушении правил дорожного движения, но и в оскорблении представителя власти. Следствие также установило четвертого участника преступления. Ним оказался житель столицы. Обвинение ему предъявили заочно. По данным источника «Лайфа», ранее родной брат разыскиваемого Михаила, Игорь, погиб в крупной аварии на Кутузовском проспекте. Тогда в салоне авто также находились представители золотой молодежи.